дорогая. Почему ты меня раньше не разбудила? Ты вчера не могла заснуть. Я встал в 5 утра и нашел тебя здесь. Я читала отчеты. Который час? Начало 10. Господи, мне пора в офис. Думаю, тебе лучше отдохнуть. Ты себя доведешь до срыва. Возможно. В эти дни мы или победим, или проиграем бару. Я, наверное, смогу немного помочь. О чем ты говоришь? Мой друг пообещал дать информацию, очень интересную информацию, на бар. О его связях в Лас-Вегасе? Не только об этом. Надеюсь, она будет полезна. Расскажи. Мне нужно сделать пару звонков, переговорить с людьми. Ты зайдешь чуть позже в мой офис? Да, только оденусь. Хорошо, я тебе позвоню, когда узнаю что-то конкретное. А ты постарайся не волноваться. Если ты найдешь что-то на бара, я буду признательна. Давление? Это уже слишком. Я постараюсь. Пока. Пока. А теперь перейдем к событиям в мире бизнеса. Чтобы завладеть контрольным пакетом акций Capwell Enterprises, Барру придется преодолеть еще немалую дистанцию. Но обозреватели по-прежнему не точно знают, что происходит за дверями офисов соперничающих сторон. За обладание компанией борются два очень могущественных человека. И вопрос, который волнует всех, кто сдастся первым? Почтенный отец семейства или холодный и, как говорят, безжалостный Роберт Барр? Сейчас наблюдается перевес на стороне Барра. Он активно скупает акции Capwell Enterprises. Вчера на Уолл-стрит акции Capwell шли по 56. Не слушайте эту чепуху, они там понятия не имеют, что Бенсон вчера отдал нам поручительство, за ним последуют остальные. Надеюсь, ты прав, папа. Я знаю, что прав, сообщать о нашей кончине еще рановато. Сиси, послушай. Надо проанализировать положение на лондонской бирже. Видишь, они поднялись на 25 в Нью-Йорке. Сколько? 56,3. Здорово. Этого недостаточно. Аналитики рассчитали, акции Apple должны подняться до 60, тогда он прекратит их скупать. А как же поддержка Бенсона? Сейчас она почти ничего не дает. На этом этапе важнее иметь наличные, а их у нас нет. Сиси, прошу меня выслушать. Нужно повысить цену на 3 пункта. Мама! Что ты делаешь, София? Я скажу, как поднять акции до 60, если ты заткнешься и выслушаешь меня. С удовольствием. Акции поднялись до 56 с четвертью. Если так и дальше пойдет, нам конец. Кто еще перешел на мою сторону? Наши брокеры в Чикаго и Денвере обрабатывают местных акционеров. Как у нас наличные? 27 миллионов. Кто покупает? Детройт и Бостон. Бейтис работает над этим в Нью-Йорке. Отлично, пусть еще поднажмет. Если скупать по этой цене... Пусть продолжает, Ренфилд. А мы осилим? У нас нет выбора, правда? Мы должны получить контрольный пакет до закрытия биржи, невзирая ни на какие затраты. Открой, Ренфилд. Очень быстро. А как же иначе? Сегодня твой день, Кастильо. Окружной прокурор сам может быть обвинен в этом. Да, я наблюдаю за ним. Спасибо. Убирайся из дома, Итан. Несколько дней назад... Мы с тобой говорили о том, как было бы хорошо провести всю жизнь вместе. Я знаю, ты сказала, что это невозможно. Ты была права. Я бы хотела, чтобы все было иначе, Майкл. Я бы хотела многое изменить. Одного желания слишком мало. Порой я мечтаю, чтобы у нас было секретное место,
где мы могли бы укрыться от жестокой реальности. Никто бы нас там не трогал. Поэтому я продолжаю приходить к тебе. Это единственное, что я могу. Я помогаю тебе отвлечься, а ты мне. Здесь мы хоть ненадолго обо всем забываем. Неужели мы не заслуживаем покоя? Скажи мне, Майк, как мне перестать желать тебя? Доброе утро. Доброе утро. Кэпвеллам нелегко приходится. Да, этот бар крепкий орешек. Я не очень-то в курсе событий. Итан, что это? Тебе нравится? Прелесть. Я просто подумал, пора бы купить новые украшения вместо украденных. Ты все-таки жена видного государственного чиновника, и тебе необходимо соответствовать образу. Спасибо. И еще это знак примирения. Я не понимаю. Мне жаль, что я набросился на Майкла, обвинив его во взломе. У него действительно не было причин делать это. Да, ты был так расстроен. Да. Во всяком случае, я позвонил в ювелирный магазин Стейнгерса, и ты можешь выбрать там все. Как это мило. Я представляю, как тебе тяжело вдруг остаться без всех украшений, которые тебе нравились. И я подумал, зачем ждать страховку, ты можешь подобрать себе что-то взамен. Это не так-то легко. Почти все, что забрали воры, подарил мне ты. Они прихватили даже нефритовую брошку, подаренную тобой в честь полугодия знакомства. Может быть, будем считать это знаком? В новой жизни все будет новым. Ну ладно, мне пора на работу. Уже? А ты не мог бы... Нет. Я не хочу опаздывать. Давай сегодня поужинаем вместе. Алло? Лаура, мне нужно, чтобы через час ты была в суде. Майкл, я не могу говорить с тобой. Прости, но дело касается ограбления. Я не могу. Не сегодня. Послушай меня. Если Итан взял револьвер... Я не могу. Прости. Этого недостаточно, Бейтс. Я хочу сегодня закончить дело. Ну, тогда начинай искать себе другую работу. Прости, что прервал тебя. Что тебе нужно, Бар? Я думаю, ты достаточно умен, чтобы самому это понять. Я даю тебе еще шанс. Еще возможность проявить себя, Рик. Я заметил, что ты обнаглел после того, как я простил тебе прокол с Бенсоном. Но, как говорится, что прошло, то прошло. Надеюсь, ты понял из телефонного разговора, что я намерен сегодня же завладеть Capital Enterprises. И поскольку Келли Кэппл всегда рада видеть тебя у себя в офисе, я хочу, чтобы ты разведал, что там происходит. Если они готовят какой-нибудь трюк под занавес, я должен узнать об этом, понял? Рик, мы оба в критическом положении. Если я не получу Кэппл Энтерпрайзис, ты упустишь свой шанс и не только. Твоему брату не поздоровится. Thank you.
Надеюсь, скоро тебя услышать. Он с нами? У него нет выбора. Если мы объявим об изменениях в компании, о новом плане завоевания рынка, цена на акции повысится. Безусловно, но какие изменения мы можем произвести, имея в распоряжении 10 минут? Я слишком устала, чтобы что-то придумать. Разве нам трудно вместе разработать одну хорошую идею? Всего лишь одну. Зато это поднимет наши акции на 4 пункта. Надо пустить только слух об этом. В принципе, да, но для этого нужно время, а мы его не имеем. Может, устроим пресс-конференцию? Что? Надо устроить пресс-конференцию. Это именно то, о чем я подумала. Надо собрать журналистов, и они разнесут информацию. От газетчиков хорошего не жди. К тому же вечерние номера нью-йоркских газет уже вышли. Я познакомилась с корреспондентами из кабельной телесети, когда там работала. Можно собрать репортеров за пару часов. Хорошая мысль, но уже поздно. Мы должны отражать удары Бара. Что нам это даст? Все равно у него денег больше, чем у нас. Мама права. Я повторяю, если мы хоть немного ослабим свою оборону, Бар тут же... Бара оставьте мне, мистер Си. У тебя что-то есть на него? Да, мой друг кое-что сообщил, так что вы получите передышку. Я собираюсь вывести Барра из игры. Привет. Майкл. Прости. Дверь была открыта. Ведь вас недавно ограбили. Я же просила тебя не приходить. У меня не было выбора. Ты бросила трубку. Почему? Я же сказала, что занята. Ну, что может быть важнее, чем... Чем что? Не терпится доказать, что мой муж убийца? Нет, но ведь нужно узнать правду. В любом случае. Я думал, украли все драгоценности. Ты прав. Это подарок Итана. Он сказал, что восполнит все, что я потеряла. Вернее, он украл. С чего ты взял, что он к этому причастен? Я не знаю. Я знаю одно. Лео убит. И кто-то пытался меня подставить. Тот, кто забрался в ваш дом и украл оружие. И нам важно выяснить, имеет ли Итан к этому отношение. Ты согласна? А ты готова его защищать, несмотря ни на что, да? Я его жена. Я не могу жить с ним и доказывать, что он убийца. Ладно, я тебя и не прошу. Просто я... Прости. Знаешь, этот кошмар, который начался... смертью Джейми, он продолжается, только стал намного страшнее. Я знаю, как тебе тяжело. Я все понимаю, только не дави на меня. Я хочу защитить тебя. Поверь и только... Поверь мне, Майкл. Да? Я не предаю тебя, я просто пытаюсь выжить. Я понимаю. Но как ты не можешь понять, что кто-то проник в твой дом? Украл оружие. А если это Итан? Если это так, почему он хранил револьвер в доме? Я не знаю. Но если это он, тогда он очень опасен. Он отдал твой револьвер на баллистическую экспертизу, так? Если бы он убил Лео, он бы знал, каким будет ответ. Верно. Но тебе не кажется, что уж слишком все подозрительно? В ту ночь, когда я собирался забрать револьвер, произошло ограбление. Итан знал, что я здесь. Он знал, что я его подозреваю. Наверное, он специально оставил дверь открытой и затеял с тобой ссору. Хорошо. Чего ты от меня хочешь? Мне нужна твоя помощь. Я должен пробраться в его кабинет. В кабинет? Да. Если он взял револьвер, зачем его держать там? События развивались быстро. У него было мало времени. Куда он мог его деть? Наверное, спрятал в машине, потом привез в офис и держит его там, пока не представится случай уехать из города и избавиться от него. Нам не удастся проникнуть в его кабинет. Удастся, я видел его расписание. Он сейчас в суде. Нет, все-таки это невозможно. Нет, возможно, если ты мне поможешь. Ты идешь со мной? Вот. Мне нужен список нашей продукции. Я сейчас подготовлю. Я подписал. Эллен, нужна хорошая идея. Я вас поняла, миссис Кэп. Отлично. Эллен, когда получишь эскизы, немедленно сделай красочные плакаты. Это проблематично. Чарльз в Лос-Анджелесе, но он должен вернуться сегодня вечером. Нет, это не годится. У нас в распоряжении час. Я найду кого-нибудь. Я позвоню Ньюману в Сан-Франциско. Он оставит для нас время. Отличная мысль. Сиси, нужен список продукции через 15 минут. Поторопись с ним, ладно? Хорошо, я поспешу. Отлично.
Я знаю, мы все похожи на сумасшедших, но идет разработка плана сражения. А, да, отлично. Ты здоров? Я вполне. Только здесь в самом деле дурдом. Добро пожаловать, Рик. Сэр, я... Твой брат опять нас спасает. Что он хочет сказать? Что Круз задумал? Он сумеет задержать Роберта Барра, а тем временем мы проведем пресс-конференцию и объявим о новой рыночной стратегии. Это поднимет цену акций Apple до 60. Отлично, все решено. Эфир нам дадут, нас увидит страна. Замечательно, значит, не зря готовились. И надеюсь, никто из вас не сочтет, что я вовлекла вас в рискованную авантюру. Тебя посетила отличная мысль, и благодаря Крузу Барр нам не помешает. Кто он на самом деле? Ты знаешь о нем столько же, сколько я. Но ведь не я провела с ним в пещере 2 часа. Да. Ты права? Да. Я не узнала о нем ничего нового. Я думаю, не каждый способен создать и возглавить такую империю, как у него. Папа может. Он чем-то похож на Сиси? Ну, до того, что случилось вчера, я бы сказала нет. Но мое мнение изменилось, и мне кажется, что под волчьей шкурой все же скрывается человек. Он пытался очаровать тебя? Думаю, он хотел произвести впечатление, но вряд ли намеренно. Ты узнала что-нибудь о его прошлом? Нет. Не знаю, мама, когда я говорила с ним, я не могу в этом поклясться, но мне показалось, что я вижу сожаление в его глазах. Так это или нет, но что-то двигает мистером Барром, и мне кажется, это не только жадность, за ним кто-то стоит. Я согласна. За спиной мистера Барра стоит кто-то очень могущественный, и он вынужден подчиняться. Роберт Барр? Это я. Я не могу долго говорить, я должен вернуться. Что ты узнал? Кэпволлы созывают пресс-конференцию. Зачем? Точно не знаю, но они надеются, что цена на акции поднимется. Что еще? Этого мало? Говори все, Кастильо. Круз над чем-то работает. Что? Выясни скорее. Сейчас я это узнаю из первых рук. Они созвали пресс-конференцию. Ты сумеешь сорвать ее? Как, в Цинциннати? Доброе утро, мистер Кастильо. Вы здесь как официальное лицо или как приспешник Си-Си Кэпвелла? Нет, официально, мистер Барр. Я должен вас допросить. Что еще за допрос? Я никуда не пойду. Боюсь, вы ошибаетесь. Но если вам нравится гулять в наручниках, я это устрою. Они уже выехали? Спасибо. Съемочная группа уже в офисе Кэпвелла. У тебя достаточно информации? Более чем. Мы это сделаем, папа. Мы его победим. Конечно, котенок. Отлично выглядишь. Спасибо. Как тебе удается сохранять спокойствие? Я же бывшая актриса. Но вообще-то я волнуюсь. Папа? Да. Круз допрашивает Барра. Неужели? Время выбрано верно, сынок. Посади его. Удачи, сэр. Спасибо. Мистер Кэпвелл, вы намерены уступить Роберту Барру? Наши аналитики говорят, что у вас нет шансов. У вас останется что-то после захвата компании Барром? Прошу вас, леди и джентльмены, мы пригласили вас не для разговоров о мистере Барре. Сейчас мы практически уверены, что преодолели кризис. И нам бы хотелось поговорить о будущем. Будущем Кэпвелл Армонти Энтерпрайзес. Мы изучили все направления своей деятельности и сделали вывод, что можем вдвое повысить выплату дивидендов всем держателям акций Кэпвелл Армонти в последующие 6 месяцев. А это усилит наше влияние на рынке сбыта. Можно задать вопрос, миссис Кэпвелл? Да. Объединение Кэпвелл и Армонти было спровоцировано борьбой против мистера Барра. Это так? Безусловно, этот фактор оказал влияние, но... Да, но не так давно союз Кэпвелл и Армонти распался, потому что ваш муж узнал о вашем отношении к взрыву на буровой вышке. Простите, девушка, как ваша фамилия? Я спрашиваю, миссис Кэпвелл, была ли она причастна к взрыву, который повлек загрязнение океана нефтью? Мистер Кэпвелл,
Ваши партнеры по бизнесу принимают безответственные решения, руководствуясь лишь эмоциями. Поэтому могут ли акционеры доверять вам? Вы были причастны к взрыву, миссис Кэппелл? Вы согласны, что это подрывает доверие Кэппелл Армонти? Мой муж никогда не принимал решений, в результате которых акционеры теряли деньги. Я могу сказать о себе то же самое. Совершала ли я ошибки? Ну, разумеется. Я также готова признать, что мы эмоционально относимся к руководству компании. В этом ее отличие от компании, возглавляемой Робертом Барром. Семейство Кэппелл тепло относится к тем, кто служит в Кэппелл Армонти. И мы никогда, никогда не продавали ни одно из наших предприятий ради быстрой выгоды, в ущерб интересам наших рабочих. Вот поэтому наша семья сейчас ведет борьбу против корпорации, которая всех обезличивает. Наши акционеры для нас не посторонние. И они понимают, почему мы так стойко сражаемся. Борьба сплотила всех нас. Мы все как одна семья. Вот в чем сила нашей компании. Когда битва закончится, а она закончится нашей победой, мы начнем завоевывать новые высоты в бизнесе. Вы знаете Локвуда Адамса, мистер Барр? Я слышал о нем. А в чем дело? Мистер Адамс находится под следствием в Нью-Йорке за нарушение закона об импорте. И согласно наблюдениям ФБР, вы с ним часто встречались прошлым летом. Я встречаюсь со многими бизнесменами. Проделки Адамса не имеют ко мне отношения. Вы это знаете? Я не знаю. И ФБР не знает. Они поручили мне вас допросить. Представляю, как отреагирует ваше начальство, когда выяснится, что вы превысили полномочия ради того, чтобы помочь своему тестю. Вам придется выступить на процессе, мистер Барр, так что все официально. И никто вас не задержит, когда вы ответите на мои вопросы. Я не буду отвечать без своего адвоката. Отличная идея. Насколько я понимаю, ваш адвокат в Нью-Йорке. Я готов подождать 8 часов. Раньше он не доберется. Я готов даже ждать всю ночь, если потребуется. Должен сказать, вы рискуете головой, Кастильо. Неужели? Да. Возможно, вы здесь что-то значите, но я знаком с людьми, чье могущество вам трудно представить. Я бы не стал рассчитывать на них, мистер Барр. Я с такими встречался. У них всех есть нечто общее. Все они имеют свои слабости. Обнаружить их — моя работа. Мы действуем так же. И я уже знаю ваше слабое место. Где же оно? Я пока не скажу. Если вы не против, я воспользуюсь вашим телефоном. Бога ради. Наедине. Нет проблем. Я же сказал, времени у нас много. Это я. Мне нужна помощь немедленно. Надо быстрее уходить. Нет, я не все проверил. Я слышала, что разбирательство дела закончено. Итан сможет прийти в любую секунду. Нашел что-нибудь? Пока нет. Этот ящик всегда закрыт? Да, но я знаю, что он прячет ключ под цветком. Ты молодец, Энди. Проси максимальный приговор. Привет. Привет. Я думал, ты ходишь по магазинам. Я решила сначала пообедать с тобой. Я не уверен, что это хорошая мысль. В последний раз, когда мы пошли в ресторан, нас ограбили. Ты прав. В общем-то, мне хочется просто пройтись по пляжу. Похоже, у тебя очень хорошее настроение. Когда муж с утра начинает осыпать подарками, настроение улучшается. Я люблю, когда ты улыбаешься. А где же мой замечательный подарок? Почему ты его не надела? Он со мной. Лежит в сумочке. Тогда встань. Я несоответствующе одета, Итан. Что ты? Знаешь, когда я это увидел, сразу подумал, как чудно будет смотреться на тебе.
Так и есть. Да, прошлой ночью ты спала так спокойно. Я давно не видел, чтобы ты так спала. Я устала. Нет, дело в другом. Ты спала, а я долго смотрел на тебя. И я про себя решил, что это от того, что ты наконец-то приняла решение остаться со мной. Итан, знаешь, я не посмел тебя разбудить, хотя мне очень хотелось. О, Боже, как мне хотелось заняться с тобой любовью. Итан, не здесь. Почему? Мы женаты и не нарушаем закон. Прости, я еще не готова. Лаура, почему ты так говоришь? Я же знаю, что ты чувствуешь. У нас теперь все как прежде. Вчера ночью я это понял. Я понимаю, Итан. Но все же не стоит делать это прямо сейчас. Ты права. Это не самое подходящее место. Лаура, скоро у тебя будет безупречная репутация. Знаю. Мое мнение о Майкле начинает меняться, потому что твоя страсть к нему поутихла. Ты уже не смотришь на него так, как раньше. Думаю, ты и сама уже осознала это. Итан, не будем сейчас говорить об этом. Снимешь трубку. В чем дело, Карен? Yes, да, я поговорю. Yes, sir. Да, сэр. No, нет, я не в курсе. Of course, конечно, да, я займусь этим немедленно. Sir. Разумеется. Возникло неотложное дело, я через минуту вернусь. Okay. Ладно. Тебе надо немедленно уходить. Слышал, он вернется через минуту. Один момент. У нас нет времени. Ничего, ни украшений, ни оружия. Ясно, прошу тебя, уходи, Майкл. Что это? Квитанция на аренду яхты? Да, это давнишний счет. Нет, новый. Ты не знала, что он оплачивал яхту? А ведь это отличное место для сокрытия улик. Причал 43. Едем в доки. Я не могу поехать, он же сюда вернется. Если тебя там не будет, я нарушу закон. Прошу тебя. А если хотите меня допросить, можете начинать. Что вас интересует? Почему бы и не начать? Как вы стали бизнесменом? Это всем известно. Не прикидывайтесь, мистер Барр. Ничего о вас не известно. Думаете, я поверил тому, что писал подкупленный журналист? Что за инсинуации? Никаких инсинуаций. Мне просто любопытно узнать, кто же вас выпистывал. Будьте уверены, это не Локвуд Адамс. Значит, вы все-таки знаете его? Я этого и не отрицал. А помимо него, сколько ваших пляжных приятелей находится под следствием? Можете сами узнать, если хотите, Костили, но это вам ничего не даст. Я ни разу не нарушил закон. Мне будет очень трудно в это поверить. Что здесь происходит? Я допрашиваю этого человека по заданию ФБР. Допрос закончен, отпусти его. Извини. Произошло ужасное недоразумение, мистер Барр, вы свободны. Что ж, спасибо. Как вас зовут? Итан Эшер, я окружной прокурор. Отлично. Я полагаю, ваш тесть будет весьма недоволен таким исходом, а? Еще раз приношу извинения. Что ты себе позволяешь? Мне позвонили из Государственного департамента. Расследованием деятельности мистера Барра занимаются в Вашингтоне. Ну и что? Они приказали его немедленно отпустить. Он надавил на кого-то. Кто звонил? Какая разница? У меня тоже есть связи в Вашингтоне. Кто звонил из департамента? Слушай, ни ты, ни я не имеем права отменить приказ сверху. Итан, ФБР попросила меня допросить его. Тогда звони им. Поверь, никто тебя там не поддержит. Роберт Барр может быть и замешан во что-то, но у него очень крутые связи. Почему ты не позволил мне помочь маме? Келли, тебе не стоило вмешиваться в ход пресс-конференции. Это журналистка. Я даже подумала, что все пропало. Да, но твоя мать поставила ее на место.
Откуда ты знал, что она это сделает? Что ты хочешь сказать? Ничего. Просто мне показалось, что ты больше не с нами. А кто нашел для тебя Бенсона? Ты никому об этом не говорил, Рик. И если бы я не оказалась Келли, в машине... Келли, я знал, что ты в ней находишься. Сомневаюсь. Крус не смог задержать Роберта Бара подольше. Позвонили из Госдепартамента, Бара пришлось отпустить. Акции поднялись до 57. Мы ничего не успеем. Неужели ты думаешь, что после пресс-конференции они не поднимутся на 3 пункта? Все прошло отлично. Но тем временем люди Бара продолжали скупать акции, не думаю, что нам что-то поможет. Прости. За что? Я очень горжусь тобой, несмотря ни на что. Надо найти способ установить Бара. Мы не сможем ничего сделать, Ида. Я в этом не уверена. Скажи. Я хочу поговорить с мистером Баром. Сейчас? Да, я попробую остановить это безумие. Его остается лишь пристрелить. Я не знаю, что еще тебе предложить. Пока нам не удалось его перехитрить, но, кажется, я смогу это сделать. Как, Ида? Как? Я знаю, это странно звучит, но почему-то интуиция мне подсказывает, что я найду к нему подход. Он был здесь на прошлой неделе. Приходил поработать? Не знаю. Есть мысли? Нет. Как ты думаешь, почему он тебе не сказал? Я не знаю, может, ему нужно было уединиться. Или скорее спрятать улики. Ты делаешь из него матерого преступника. Я не знаю, кто он, но я это выясню. Если он убил Лео Митчелла, то лишь потому... Да, может быть, он убил Митчелла, защищаясь или защищая тебя. Я могу это понять. Но я не могу понять его желание засадить меня в тюрьму за то, что он сделал. Я просто отказываюсь понять это. Я знаю. У него была причина. Какая там причина? Согласись, он просто обезумел от ревности. Потому что Итан никогда бы не сделал этого. Откуда ты знаешь? Откуда ты это знаешь? Потому что он прав. Ты все еще любишь его? Да? Надо уходить. Здесь больше нельзя оставаться. Неужели ты не видишь, что все указывает на него? Возможно, он взял оружие и драгоценности и утопил их в океане. Хватит! Это факты. Ты одержим этим, как Итан. Я... Ты говоришь о нем то же самое, что он говорит о тебе. Я не могу это больше слышать. Хватит! Я не хочу, чтобы ты страдала. Я пытаюсь тебя защитить. Я должен узнать правду. Итан тоже об этом мечтает. Все хотят знать правду. Просто у каждого она своя. Пора уходить. Нас не должны видеть вместе. Выходим по одному, ладно, Майкл? Пожалуйста, уходи. Пятьдесят девять. Отлично. Да, нужен еще один для уверенности. Он у нас будет. Ладно, мы сделали все, что смогли. Пора бы пообедать. Удачи, мистер Кэппл. Ну, вы настоящий боец. Спасибо. Я скрещу за вас пальцы. Спасибо вам всем. Итак, дети, мы выдержали сражение, и у нас еще есть шанс победить.
На данном этапе больше уже ничего не сделаешь. Где Иден? Иден решила, что она способна повлиять на Бара, и отправилась к нему. Отлично. А она имеет на него влияние? Вроде он к ней прислушивается. Мне трудно о нем судить. Если ты думаешь, что он человек, то ошибаешься сильно. Господи, хоть бы Мейсон был здесь. Мы боролись с Баром, но без тяжелых орудий. Как он сейчас нам нужен? Где бы он ни был, он на нашей стороне. Черт, уже 59. Мы только что приобрели 600 акций. Я думаю, мы наберем большинство. Надеюсь, ты ответишь? Привет. Да, да, мы почти у цели. Я понимаю всю важность. Не волнуйся, этого не случится. Мы победим Кэпвеллов, я тебе обещаю. Итак, тратьте все до последнего. Покупайте акции. Привет. Привет. Что ты делаешь дома? Келли сказала, что ты заедешь сюда, прежде чем ехать к бару. Да, это последний шанс. Ты позаботилась о своей внешности. Я хочу хорошо выглядеть. Ты выглядишь великолепно. Ты надевала это во время медового месяца? Да. Мне кажется, это уж слишком. Не знаю, может, я спятила, но мне кажется, мы с ним нашли общий язык. Не знаю, способен ли он на жалость, но я хочу проверить. Дорогая, он не способен, поверь мне. Оказавшись на войне, не жди пощады. Я скажу ему, как важна для нас наша компания. Постараюсь пробудить в нем сострадание. Он не поддастся. Я так не думаю. Вопреки всему, кажется, я ему нравлюсь. Ты полагаешь, о таком можно открыто сообщать мужу? Ты знаешь, о чем я говорю? Я надеюсь. И все-таки он очень опасен. Думаю, я могу защититься, если Роберт Барр далеко зайдет. Насколько я понял, ты против того, чтобы твой муж сегодня сопровождал тебя. Я должна идти одна. Да, я знаю. Может, встретимся у тебя в офисе, когда я с ним разберусь? Хорошо. Ты не хочешь поцеловать меня на дорожку? Хочу. До встречи. Алло. Алло. Кто это? Лаура. Райт продал? Черт. Ладно, спасибо, Джулия. Артур Райт продал свои акции Бару. Нет, просто не верится. Бар наверняка его к этому вынудил. Нет, он его шантажировал. Посмотрите, акции идут по 59,5. Что? Да. Нужно добрать всего чуточку. Сколько до закрытия? Две минуты. Две минуты, скорее. Довожай обстановку. Не хватает 10 000. Пусть поднажмут, у нас мало времени. Отлично, Джулия, молодец. Мы вернули 2000 акций. Цена еще поднялась. Смотрите. Всего 2 минуты. Мы должны сделать это. Мы должны его победить, черт возьми. Что там? Упустили 2000 акций в Детройте, но купили 7 000 в Бостоне. Счет, Ренфилд. 5 000 в минусе. Сандерс, Миллер занял удобную позицию, да? Пусть останется там. Перехватили 350 акций в Чикаго. Осталось купить 1500. Ты видишь его людей? Не спускай с них глаз. Следи за каждым движением. Люди Барра отлично работают на торгах. Хорошо, Сандерс. У нас есть чуть больше минуты. Пусть Миллер не уходит. Was
Что ты здесь делаешь? Ты пытаешься захватить нашу компанию. Для тебя это только бизнес. А наша семья ею живет, и дело не в деньгах. Ты причинишь нам всем невыразимую боль, разрушив то, что мой отец создавал всю жизнь. У него уже был инфаркт, второй его убьет. Ты уже почти доконал его. Ты отдаешь себе отчет в том, что ты делаешь. Роберт, Сандерс на линии. Миллер сможет добрать те акции, которых нам не хватает. Ты должен дать разрешение. У нас очень мало времени, Роберт. Купив эти акции, мы победим Кэпфеллов. Пожалуйста. Авторы сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон. Режиссер Роберт Шиллер. Роли озвучивали актеры Александра Кожевникова, Татьяна Иванова, Галина Чигинская, Елена Ставрогина, Борис Тетерин, Валерий Захарьев, Олег Куликович и Станислав Концевич. Над фильмом работали Марина Андожская, Владимир Карцев и Алексей Чумаков. Сериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной компании «Русское видео» на технической базе киностудии «Ленфильм» Санкт-Петербург.